упал! Что за фигня? Самолет начал какать. Что случилось? Ребята, у нас сегодня на Funny Family Games TV третий эпизод побега Стикмана. Наверное, сегодня будет с самолета. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. Мы тут вляпались в стену, смотри, летим такие. Что за фигня? Так-так-так. Видимо, его споймали. А, это типа военные нас везут, да? Они рассказывают, какой он замечательный, как он круто провел всех, собственно, бандитов, да, своровал кучу вещей, и, в общем, о нем писали, его везде ловили, искали и, короче, споймали, я так понимаю. Ага, и теперь что со мной хотят? Сварить из меня суп? Пока мы на вертолете летим. Так, подождите. Или это военный замзлитель? Да-да-да, нет, это мы с ними летим. А, или он рассказывает. Сейчас подождите, сейчас все будет, ребята, не спешите. Наверное, вот все-таки мы в красном самолете летим. Нет, он мимо пролетает нас. Вот твой. А, наверное, чувачок. Какие-то богачи летят. Да, а ты, короче, можешь попробовать туда прилететь. Очень интересно посмотреть на то, как он сделает это с помощью лизуна. Короче, мы должны туда перебраться, я понял. Так, даже не знаю, что выбрать. Смотри, есть такой вот... Мне очень нравится Sticky Hand. А, это хоть по рации что-то передавать. Типа, алло, сос. Каньон бал, это что-то типа... Блин, самое прикольное, мне кажется, пушка. Реально стрельнул, воткнулся, перебрался. Но... А тебе хочется лизун? Да. Ладно, ребята, берем лизун. Я не знаю, напишите в комментариях, какой бы вы вариант выбрали, но мы хотим взять лизун. Ну, попробовать же можно. Смотри, что он делает. Опа, реально сработало. Прикинь, ты гений. Лизун сразу с первого раза сработал. А мне было интересно. Так, подожди. Теперь у нас есть какой-то шарик. А что это вообще делать-то надо? И обесточить. Нет, если мы обесточим, то мы просто свалимся. А, нам нужно как-то электричество отключить, что ли? Нет. Если ты вот его нажмешь, то как раз обесточишь, но мы тогда просто тупо свалимся. А шарик для чего? А шарик, может быть, пробьет стенку, и ты пролезешь. А, смотри, вот смотри, карта. Мы находимся в хвосте. Понятно. Ладно, ребята, что тогда шарик, что ли, получается? Я боюсь, что да. Ну, давай смотрим. Капец. Нам... Мы все правильно сделали? Прикинь, да. В смысле? Серьезно? Я поняла. Они ему сказали, короче, ничего не знаю. Там игрушка была. Это мы что-то не то взяли, по-моему. Ну, просто не тот сейф. Капец. Так. Давай берем вот этот палец тогда. Ну, давай попробуем. Что будет? Конечно. Так, подождите, а как тогда... Нет, надо было только вот так и брать. Так, все, у нас два варианта. Да. И что делаем? Давай возьмем еще раз его. Шарик? То же самое будет. Так и есть цель была этот сейф поймать? Ну, я типа выиграл, я им сейф принесу, но это не тот сейф, понимаешь? Они такие, что за фигня, блин, а где бабки? Тут игрушка. Все, ты вляпался. Не, я так понимаю, нам надо как-то на самолет по-другому пробираться, ребята, вообще. Это... Айч. Это все не то. Вот именно отсюда мы должны начать, и поэтому мы сейчас будем пробовать... А давайте пистолет, все-таки моя идея была. Твоя любимая. Итак, четыре варианта. Электричество, часы, бомба. Электричество, да? Да, давай мы возьмем, попробуем. Давайте берем. Ой. Капец. Да, ребята, с этим лучше не баловаться. Ладно, я понял. Мы остановили самолет и улетели вниз. Может быть, все-таки пену возьмем? Пена, бомба. Ребята, что выбрать? Напишите в комментариях, я не знаю. Может, вы знаете, какой правильный вариант, чтобы мы не упали опять. Ну что, часы, бомба, клей? Чем клей поможет? Что он сделает? Я не знаю, это не клей, это пена. Хорошо, что он? И для чего? Что произошло? Самолет начал какать. Что случилось? Это epic fail. Окей, может быть, тогда подождать? Ну ладно, ждем. 4x. Опа. Реально? Сработал? Так, мы внутри самолета. Либо мы садимся за компьютер, либо мы идем в салон, либо мы лезем в трубу. Это не салон, это лифт. Я бы пошла в лифт. Что бы вы сделали вы? Вот вы оказались в самолете. Куда бы вы полезли? В вентиляцию?
Смотри, вон там ключ. Может, да, его надо взять? Да. Да. Смотри, я на него навел, мы взяли ключ. Это очень важно. Я голова. Ты голова. Может быть, за компьютер сядем? А, ну, давай попробуем. Давайте смотрим. Опа, капец. Так, это что он за Windows 98? Файлы посмотрел. CTV какой-то. И, что это такое? И, видимо, какие-то пароли. Опять время идет у нас. Он запустил какую-то игру. Типа, ты кто такой? Сидишь тут, играешь. Вылетай отсюда. Понятно, это не работает. Ну, я бы пошла все-таки на лифт. Ну, давай. Хорошо, что... Вопрос, куда он... Что за лифт такой? Куда мы телепортировались? Нас просто выплюнуло из этого самолета. Ладно, ок, значит, одна единственная дорога нам вентилятор. Да, лезем в винт. Опа, как бы, блин, нам сейчас опять не вылететь с самолета. Пипец, это где мы? Что? Где там мы, короче? Так, 4 варианта, чтобы, наверное, туда перебраться, я так понимаю. Нам на тот, на левый край надо. Может быть, телепортер? Мы тогда застряли в стене. Сейчас, может быть, не застрянем. А, либо... А может, мы реально полетим? Можно посмотреть на то, как он будет лететь, это смешно. Да, ну давай проверим. Смотрим, ребята. О! Кто-то говорит. Внимание, внимание. У нас посторонние. Security. Да? Да. Thank you. Что? Он выпустил охрану. А что он охрану выпустил? А почему охрана закрыта была вообще? Вообще очень сложно понять. Так. Тут творятся странные какие-то вещи. Вообще, что-то пока в самолете вообще ничего не могу понять, что происходит. Пеперизер, это что? Типа принтер? Типа да. Я бы взяла ретро-глов, скорее всего, она нам понадобится, чтобы зайти туда. Хотя... А, отпечаток пальца, чтобы открыть эту дверь, типа? Теоретически, хотя вот есть хак. А, да, давай хакнем двери, реально. У нас же есть код, сейчас мы все хакнем, сейчас нас током шибанет, ну все логично, и мы провалили миссию. Лол! Понятно. Нам даже билетик дали. Давайте тогда руку пробуем, ребят. Ты смотришься как идиот. Так, и что у нас тут тогда? Какая-то шапка. Ну, давай, волшебство. Он наколдовал, что заледенел себя. Получается, остается только последний вариант. Последний вариант. Ага. Ага. И что? А, вот. А что, так можно, что ли? Прикинь, капец. Так, мы добрались до кристалла с тобой. Нам сейчас надо как-то его унести. А как нам его вынести, соответственно? У нас есть 3 варианта. Щупальцы какие-то. Она, скорее всего, схватит и засунет в себя. Какой-то манипулятор гравити, который, наверное, притянет а его. А может, его он уменьшит, как в мультике гадкие? А это вот, смотри, shrink growth. Что-то уменьшит как раз. Что бы ты выбрала? Даже не знаю. Я тоже не знаю. Давай попробуем гравити манипулятор. Окей. Смотрим, что будет. Пипец. Куда-то кристалл улетел, по-моему, с самолета, да? Ладно, не вариант. Не вариант. Смотрим другой вариант. Что, щупальцы? А может, все-таки уменьшить? Давай, попробуем. Супер. Сработало. Блин, камера нас засекла, капец. Stop right there. А ну-ка, стой, говорит. Что происходит? Посторонние люди у нас в самолете. Что? Нет, это военный, который его отправил. Он спрашивает, что там, как у него дела, типа того. Ага, вот они подлетают. Я засек тут левого чувака. Бам! Они стреляют по самолету. Меня давать куда-то улететь. Винт какой-то я улетел. Все, они стреляют по нему. Офигеть, вот это самолет. Смотри, какие мы маленькие. Ну все, тут заруба началась, ребята, по полной. Нам надо сейчас отсюда как-то свалить. И мне нравится амбрелла. Кстати, это реально прикольная идея. Опа! И мы как на парашюте полетим. Давайте попробуем амбрелла. Есть еще какой-то десантник, черепаха. Ну ладно, давай выбираем зонтик. Пока-пока. Блин, мы улетели в винт. Не работает. Да. Может, черепах? Да, прям можно попробовать. Прям интересно. Залезть в ее шкарлупу. Что он делает? Капец. Тоже так себе. Тогда, может быть, танк? Что это? Пропейн? Какой танк? Это армор, типа броня какая-то? Нет, нет, нет. Вот бутылочка, танк? Какой-то танк, да. Пропан. А, ну типа мы улетим как на ракете. Капец, взорвались. Не работает.
Жесть. Итак, одеваем армор, последний вариант. Смотрим, что будет. Киборг-убийца какой-то выходит. Бам, он куда-то бежит. Что-то подвисает у нас все опять. Раз такое дело, у нас все зависает, мы хотим попробовать по другому пути пойти. Может быть, мы как-то сможем это все обойти и обыграть. Давайте здесь не возьмем пистолет с самого начала, да. А, допустим, я не знаю. Ну, давай бал. Такие они разговаривают. Ну, сколько там наши доходы? Чу? Капец. Тут меня, по-моему, сразу поймают. А, нет, смотри, у меня есть три варианта. Стул, лазер и ракета. А стул тут при чем? А зачем стул? Слушайте, здесь? Мне кажется, надо пробовать стул. Самая дебильная тема, мне кажется, однозначно сработает. Бредовая, да? Да, да, да. Давай да. Попробуем. Что? Серьезно? Она сработала. По-моему, мы прям вляпались в самый центр самолета. Самый гуще событий. У них что, в самолете кран? Смотри, блин, что надо было сделать? Я не успел сообразить. Надо, бери быстрее. Вот это, да. А, успеть катапультироваться за это? Да. Что происходит вообще, камон? Гонка, ты убегаешь. И тебе надо быстрее бежать. Блин, я не успел нажать, ребята. Так, а что нажать-то надо? Я не знаю, быстрее соображай. Там, там короче, будет стена, нам надо нажать, наверное, кулак, будет железный кулак. Давай. Блин, капец, это не сработало. Так, еще варианты, давай, смотри, что там будет. Вот тут с правой стороны надо резко нажать. Бежим. А, я тебя догоню, да не догонишь. Ха-ха. Банка. Что я съел? Бобы. Это что, были пропердоны? Капец. Это было жесть. Опа. Так, Rocket Jump, Metal Band, RoboPants. Короче, мне нравится RoboPants. RoboPants, это какие-то трусы. Да, это штаны робота. Робокопа, ладно, берем. Господи, что он делает? Куда я пошел? Понятно. Это не работает. Rocket Jump, может, тогда? Да, давай, Rocket Ну-ка. Jump. Блин, он не туда стреляет, по-моему. Опа. Опа! На! Я думаю, что надо брать йо-йо. Йо-йо по-любому. Ну, нож это как-то классика. Совсем нет. Просто, было бы совсем просто. Давайте йо-йо, он сейчас его завяжет, перевяжет, что-нибудь наделает с ним. Смотри. Что? Ну, я думаю, что тебе надо будет сейчас играть. Подожди, мне что-то нужно выбрать. Goods, Defend, Bash, Ну, допустим. Ай, ну почему? Допустим, завис. Не знаю, игра все время подвисает-зависает. Сейчас еще раз попробуем. Но что-то прям мне это вообще не нравится. Почему она такая косячная? Давай Metal Band. Давай. Что будет? Опа. Блин, это провал. Ну, тогда... Один вариант Rocket Jump. И я подозреваю, что с ней тоже зависнет. Скорее всего, игра зависнет. Смотрим. Вот тут все они, нормально. Да, они сейчас драться. Сейчас йо-йо нам надо будет выбрать. Или нож. Давай нож. Давай нож. А ну-ка. Опа. Что такое? Файт. Файт. Ладно, файт. Ха. А, тут нужно правильно выбирать эти, да? Ого. Вау. Все, 531. Он меня задолбил. А, тут надо правильные варианты выбрать, что ли? Да-да-да-да-да. Ну, давай, допустим. Это, короче, типа нас перемещает в игру, и мы должны правильный вариант найти. Tools, Magic, Blitz. А что такое Tools? Tools. Это какие инструменты у тебя будут? Так. Вау. Ух ты. Ну, мы ему много отняли. Так мы его убили, по-моему, сразу. Нет? Не знаю, какой-то он странный. Я его под пилой зарубашил, и все как бы. Так. И что, получается, мы прошли этот эпизод? Так, ну у нас нет сейчас камушка. Блин, а как дальше сюда? Я бы на самолетике глайдер полетела, да. Какие-то ботинки, супер-боты. Ладно, давай самолет используем. Тебе нравится классик?
прям идеально. Да, мне тоже. Прям очень странно. Help, 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 help! Чувак убегает. А, он пытается с него цепь сорвать. Не, он его взял, короче, в заложники. Он его хочет скинуть с самолета, походу, да? Тельце-то у того такое стойненькое, что он такой. Капец, что происходит? Так-так-так. Парашют, самолет, да? Это не действие, нет? Нет. Вот танк, парашют, танк, ракета. А это что? Дамис какой-то, дамис, что? Мне интересно посмотреть. Давай ты вот это возьми. Давай. Мне кажется, это что-то безумное будет. Так, мы их вышвырнули с самолета, они упали. И что? You think they're all right? Они ходят, ищут по пустыне теперь? Типа да, они упали вообще, они все уже. Оу, а, это куклы. Они выкинули типа не людей, да, а кукол. Да, они выкинули кукол. А он сбежал и стал супер-промоутером в их банде. И стал программировать, короче, крутые штуки, пряталки и, короче, им помогать. Короче, на изи, я так получается, мы прошли. Все? Все, мы этот эпизод прошли? Да. Аллилуйя! Он был непростой, один, кстати. Один из четырех окончаний концовок. Прятов, да. Да, прикинь. Слушай, а, кстати, прикольно все остальные тоже концовки пройти. Было бы прикольно пройти, особенно если бы они не висли. Ребята, четвертый эпизод тоже мы прошли. Давайте, наверное, пятый оставим тоже уже на третью часть. Главное, чтобы игра нас не подводила и не зависала. Вот, ну а так... Пятый эпизод прямо сейчас уже начинается. Давайте посмотрим начало. Где происходит вообще действие? Какой-то лагерь или что это? Такое ощущение, что его поймали, да? В тюрьму посадили. Какой-то концлагерь, по-моему, это тюрьма опять. Я с какой-то девочкой сижу. Так, и у меня есть опять четыре варианта как-то прорваться, как-то сбежать. В какой-то колонии мы, короче, здесь. Куда-то их везут. Угу. Ладно, оставим это на потом, ребята. Это будет уже в третьей части. Обязательно подписывайтесь на канал Funny Family Games TV. Ставьте лайкосик этому видео. Всем удачи, всем хорошего настроения. Любим вас, пока.